Ай, Жиндос, я уже не могу, честно. Мы уже год на вот этом необитаемом острове. Да можешь, ну его, а? Да, да, давай, давай, застрелим, да, 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 успокойся, успокойся. Нет, какие застрелю? Ну, как бы, мы двое должны умереть, потому что мне тоже тут надоело. Мы друг друга должны убить. Да, 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 да. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем находить новые способы, как убить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет, и это наша новая рубрика на канале. И если вы ее поддержите, то мы обязательно будем снимать ее дальше. Поэтому, ребята, вы знаете, что делать, да? Ставьте большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите, в принципе, больше видосов на наших каналах. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Ну что, Жека? Ну что, давай тогда потопали, потопали. Потопали. Пойдем, давай, пойдем. Давай, Жек, Жек, пожалуйста, убей меня сегодня, не хочу я больше. Я тебя убью, убью, пулю в глаз, пулю в глаз. Все, пока, вот. Я, пожалуйста. А я тебя не убью, вот я умру, а ты будешь жить там. Нет, вот этом острове сам. Меня, да, убей, все. Прошу. Все, иди уже. Ты у меня помучаешься, не умрешь, понял? Нет, 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 нет. В общем, ребята, мы начинаем серию, но между тем, как мы поприветствовались с вами, и вот сейчас я что-то вам рассказываю, прошло около 4 часов. Почему? Потому что с нами Жекой, точнее, у меня Жекой произошла такая смешная история. У нас полностью поломался весь мир, мы полностью его перестраивали. Как видите, сейчас там даже нету того моста, на котором мы начинали записывать. У нас вокруг появились гигантские дыры, где просто чанки все пропали. У нас сервер крашится каждые 10 минут. Мы 3 раза перестраивали все наши испытания, потому что жопа какая-то. Я не знаю, уже сейчас 4 часа ночи, и он меня ждет, пока я вот это досниму. Поэтому, в принципе, можно час еще подтянуть, Джека там не будет спать до 6-7 часов утра. Но, в принципе, ребята, извиняюсь, если все же эта рубрика нормально наберет, мы будем ее дальше продолжать снимать. Но первая серия это просто жесть какая-то. Это... убейте меня, прошу. Я реально хочу, чтобы меня сейчас убили на вот этой карте. Не зря вот эта рубрика с этим ассоциируется, потому что это жопа какая-то. Ладно, ребята. В первую очередь, как я уже сказал, ставьте большой палец вверх, если хотите продолжения. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. И я надеюсь, что мы все же сможем записать вторую серию, потому что первая серия... просто жесть. Честно, мы так попотели, но все же, ребята. У нас у каждого будет по 2 испытания, которые мы будем проходить. Какие испытания я построил для Жеки? То есть, Жеке нужно найти способ, как убить себя на моей карте, а мне нужно помешать ему это сделать. Ну, в конечном итоге, он, в принципе, сам должен себя и убить. Какое у него будет первое испытание? В принципе, тут он никак себя не сможет убить вообще никак. Если он пойдет направо от двери, то тут ничего не будет, тут будет водичка, в которую он не сможет утонуть. Но если он зайдет внутрь, то у него тут будут много кнопочек. И одна из этих кнопочек его будет убивать. Какая? Вот эта. Если он на нее нажмет, то он умрет, если догадается как. Знаете, что делает вот эта кнопочка? Может, вы уже услышали звук, но эта кнопочка... Ёханы баба, это что такое? Что ж... Что он там написал? Ладно. Эта кнопочка... Я просто прочитал, что Жека там написал, я немного растерялся. Но все же, эта кнопочка делает так, чтобы на вот это место упала наковальня. И у Жеки будет где-то там 2,5 секунды, чтобы нажать на вот эту кнопочку, открыть дверь, добежать до вот этого места, встать на вот эту... на вот эту земельку, и чтобы ему на голову шандарахнулась наковальня. И вот так он первый раз умрет. Какой у него будет второй способ умереть? Когда он выйдет вот сюда на улицу, то тут... у него будет вот такая площадочка и хачапурчики, которые его будут отталкивать вот от этой ямы. В этой яме будет много лавы, он подумает, если я туда прыгну, то я 100% умру, да? Но не все так просто, Жендос, не все так просто, потому что он в первую очередь не сможет туда вообще никак попасть. Хачапурчики его будут отталкивать... со всей силы. Но потом он заметит, что тут не хватает одного хачапурчика. И он поймет то, что именно сюда нужно прыгать. Но, в принципе, это ему не поможет вообще никак, потому что хачапурчики и так будут его отталкивать каждый раз вот сюда в воду. И ему каждый раз нужно будет доплывать до берега, выбираться сюда и прыгать обратно. И это будет очень сложно для него. Да. Но все же потом, когда он уже напарится, я ему скажу: Жека, у тебя тут есть подсказочка. Вот этот блок.
И вот тут наверху у него будет прозрачный блок, точнее не прозрачный, а призрак-блок, через который можно проходить. И ему нужно будет идеально подпрыгнуть, чтобы его вот этот хачапурчик оттолкнул. И чтобы Жека перелетел через вот эту стену. Это будет очень сложно, но если Жека постарается, если Жека немного помучается, то, в принципе, наверное, хачапурчик все же его оттолкнет. Я, наверное, даже Жеке немного еще тут помогу, сделаю вот так. Вот давайте посмотрим, получится ли у меня. Да, как видите, можно перелететь через вот эту стену, и потом Жека вот тут умрет. И, в принципе, вот такой у меня будет троллинг. Надеюсь, что Жеке понравится, точнее, не троллинг, а способ убить Жеку. Давайте пойдем к взбешенному Жеке, который написал вот это в небе, потому что у нас карта реально вся просто полетела. Три раза мы 4 часа сидим и перестраиваем. Поэтому, ребята, поставьте лайк, чтобы мы продолжали вот эту рубрику, и поставьте лайк за наши страдания на вот этой карте, потому что это какая-то жопа. Ну ладно, давайте, ребята, будем начинать. Жека. Жека, я уже своим зрителям сказал, что у нас произошло, но... Знаешь, я тебе просто скажу, что у нас произошло. Посмотри просто наверх. Я заметил, я уже поржал, если честно. В общем, ребята, без лишних слов, просто не играйте в Майнкрафт ночью. Да, вот что еще добавишь? Я не знаю, что у нас тут происходило, но это жесть какая-то, честно. Просто убейте уже меня. Убей меня, Жека, пожалуйста, убей меня на вот этой... Вот это знак, что ты меня убил. Я не хочу больше жить на вот этой карте, не хочу больше жить на вот этом острове. Убей меня, пожалуйста. Как... Я два раза перестраиваю вот эту карту. Я не знаю, что уже там, поэтому заходи и познай свою судьбу, сдохни. Жека, убей меня, пожалуйста. Скажи, как... Вот. Да, я хочу умереть! Ой, что-то не получилось. Ой, не... Так, Жека, я хочу еще раз умереть. Пожалуйста, убейте меня как-то уже. Слишком, Жека, ты понимаешь... Жека, пощади меня, пожалуйста. Мы три раза перестраивали карту. Пощади меня. Застрели меня. Я не хочу больше жить, Жек. Нет, нет, нет. Ты должен сам умереть. Должен сам умереть на моей карте. Давай, ты справишься. Как? Кнопка убийства. Ой, и как мне эту кнопку убийства... Да, как же это? Жека, пожалуйста, тут... Давай, ты должен сам найти способ, давай. Я кинул яйцо. Ты попробуй своим, что ты куриным-то яйцом бросаешь? Да не, я не могу его оторвать. Ну ладно, я пойду в другую вот эту, могу или... Да стой! Давай, убей себя. Как мне себя убить, Жека, я не могу понять. Я не знаю, ты поищи, может. Опа, так. Что это нашел? Лук и стрел. Смотри, там лук и стрел нашел. Подожди. А, подожди. Ой, что-то помню. Да пошел ты в задницу, Жека. Жека, можно тебя что-то попросить? Жека, знаешь что, ты можешь дать мне больше стрел? Ну просто... Не. Ну мне просто они мне нужны очень, Жека. Ты попробуй одной убиться, я не знаю, в глаз ее засунь, может. Опа! Нет, не помогу. Так, все, тут 100% Жека должно что-то быть. Я не знаю, что. Да, поищи. Может, секретные проходы там. Там невидимые блоки. О! Так, это же такое, лошадочка, да? Жека, а это что на потолке такое? А это у нас это пипец. Это пипец? Так, а что мне делать? Это пипец. О, я могу вот так умереть. Не. Кстати, ладно, мне просто интересно, что тут за невидимые блоки были, я могу допрыгнуть? Ты, по-моему, где-то заходил? Ну ладно. Вот тут может? Да. А ты что, не видишь, где капает? Капает? Ну, да не, я... Попробуй вот здесь отпрыгнуть, вот здесь. Да, откуда? Вот здесь. Тут? Да, вот тут. Да как бы и так упрёшь тебя просто. Да нет, я не могу туда допрыгнуть. А чё там вообще? Ну я как-то тестировал, мог допрыгнуть. Ты, видимо, ты не так прыгаешь. Да нет. Ну ладно, я и так... Уа! Да, убейте меня! Жека, можно я еще раз умру? Все, Эдисон, ты заколебал вылетать. Все, быстрее. Иди на мое второе испытание. Второе испытание, Жека, убей меня, пожалуйста. Ну там у меня вообще все сломалось, поэтому как бы... Знаете, я говорю. Боже, себе как-то дверью прищемить, пожалуйста. Да, пожалуйста. Прищемить палец прищемить. Да, так, что ты... Так, тут ничего, тут ничего. Тут да, ничего. Тут, пожалуйста, Да, убей. Да.
ребята, нет. Что-то не работает. А что там тем? Так, мне интересно, что там, что там, что там, Жека, пожалуйста, я не могу. Да, 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 убейте. Ой, что-то зомби ничего не наносит, ой. Скелет вообще, да, ладно, ладно, значит, нужно идти в ад, да? Ну, ты скажи, попробуй сходить. Я попробую сходить в ад, попробую, чтобы меня не выкинуло, и опять сера не крашивался, пожалуйста. Ребят, я не знаю, стоит ли вам ставить лайки на эту рубрику. Мне кажется, она немного проклятая, поэтому... Нужно. Так. Здесь ничего нету, да, Ваду? Эдисон, там ничего нет, там ты побежал не туда. Возвращайся обратно, я там просто забыл заделать. Эдисон, что там делаешь? Подожди, я к тебе. Эдисон, куда ты пришёл? Я ещё найду способ уберечь, я хочу подохнуть. Нет, никогда нельзя. Ты как хотел телепортировать на твою... Не-не-не, Жека, подожди, 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 я нашёл вроде способ. Это не нужно. Заработка карты, я просто могу на блоки поставить. Всё, телепортируйся обратно. Я почти нашёл способ убить себя, ты мне не позволил, Жека. Так. Ну давай, ищи способ умереть. Я тебе скажу так, ад здесь просто так. Ну я там призрака слышал, госта. Да, так я звоню. Подумай, для чего тебе вещи какие-то выдаются? Не-не-не, все вещи мне выдаются какие-то. Я тут не попросту их. Да чё там такое, может быть, ничего тут нет уже. Эдисон, это знает каждый майнкрафтер, это знает каждый майнкрафтер. То, что мне вещи выдались, как из мода какие-то, да уйди ты, паскуда. Так, да. Жека, ты что тут нам... Ой, ты так, подожди, я не могу туда ниже спуститься, нет, не могу. Жека, я не могу подумать. Так, зомби, иди. Опа. Опа, опа, не зря тебе дали оружие все-таки в руку. Да, все, пожалуйста, завали меня, Жека, завали меня. Пожалуйста, да, да. Да. Да ты че издеваешься, да это сутки. В смысле, ты умираешь? Нет. Только если я так буду ходить. Подожди, 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 подожди. Жека, я не умираю, как бы. Да, если вот такую сложность только вылазит. Нет, мне сносится по полу ТП. Тебе должно быть удара, я помню, раз играл в Майнкрафт, я голос отдал удара. Ладно, эти... Я сейчас умру... Не-не-не-не, Жека, оставь, я хочу... Да подожди, подожди, не-не-не, не нужно, не нужно, я уже почти справился. Спасибо, спасибо, Жека. Я тебе помогу, прощай. Ах, ой, спасибо, я, спасибо. Кажется, портал был сломал. Жека, спасибо. Ну что, Эдисон, в принципе, ты погибл. Ты погибл. Я погибл, давай, Жека, иди сюда, я тебя тут жду. Давай, беги сюда. Конечно, я хочу умереть, убейте меня. Давай, Жека, давай. Давай, я... Да, заходи, так, давай. Ага, там... Подыхай, так... подыхай, Жек, как можно быстрее, давай. Ищи так, способ. Так, давай, розочка, она колючая по-любому. Нет. Может еще башкой побиться об этом. Да, башкой, давай. Давай, Жек, я тебе помогу, давай, заходи. Ну, так. Я тебе сразу дам подсказочку, сразу, чтобы ты не мучился. Одна из этих кнопок тебя убивает. Только тебе нужно понять, какая и каким способом она тебя убивает. Так, стоп. Ага. Ага. А, там какая-то напад... Ага, вот это. Да? Ну, сейчас пойми, что она делает. Она... Я даже звуки погромче надо сделать. Она где-то... А ну. А, я понял. Так, я должен типа так быстро, да, сюда? Где-то... Ну, ты немного зафейлился, ну давай, Жека, ты уже понял, у тебя тут ран просто, знаешь, на время, Жека, на время, давай. Это возможно, Жека, это возможно, я пробовал. Давай, Жека. Да! Молодец, Жека, просто молодец. Так, ты, Жека. Ты хочешь еще раз подохнуть или хватит? Мне кажется, хватит уже. Ну,
хватит, давай, поход... проходи. Ну хватит тебе подыхать, все, мне кажется, да, нормально. Ты будешь тут жить дальше на вот этом острове, а я уже дух призрак. Да, ты каждый раз собираешь помощь на ковальню. Ладно, ладно, Жека. Ладно, проходи, проходи. Не знаю. Ой, хочу, давайте, убейте меня, хочу. Не, Жека, не все так просто. Нормально меня фигачит. Да не-не-не, ты не должен умереть. А ну, они тебя нормально фигачат? Я должен умереть. Джека, не так все запланировано. Не-не, Жека, тут все намного интересней. Тут все намного интересней. Вы сейчас меня убили, блин. Не, это... Так, может... Ты же так покаешься? О, папук, убей меня, папук! Ладно, Жека, давай, Жека, ну тут все не так просто, как ты думаешь, это все не считается, потому что тут намного интереснее все. Умер уже, когда рад. Так, Жека, иди туда и давай, ищи способ как... Типа в лаву нужно спрыгнуть, да? Да, ой. Твои за карту выкидывают. Эти пучки какие-то слишком жестокие у нас. Жека, а какой резин... Знаешь, как лучше будет? Подожди. Чтоб ты не болел, я тебе дам аспиринку, Жека. Держи аспиринку. Жека, держи аспиринку. Это все очень просто. Я раз 10 сдох, так что... Жека, ты понимаешь, это не считается. Как мы сказали на начале этой рубрики, нужно умирать креативно. Ты понимаешь, то, что мы могли просто себя застрелить, и все. Ну вот они опять меня за карту выкинули, что мне теперь делать? Я сейчас даже не знаю. Вот смотри, Жек, я тебе дам подсказочку, раз ты такой тупой, смотри, видишь тут блок, да? Вот, блок. Вот попробуй перелететь через него. С помощью хачапурчиков. Опа, нормально. Нормально, все, Жек, подыхай. Да, можем, да, не, подожди. Ну ладно, может не так. У меня как бы fire resistance, ну ладно. Fire Resistance. У меня как бы аспиринчик. Жека, ты как бы видишь то, что я тебя даже тут смог затроллить, я тебе дал аспиринчик, и ты сейчас не можешь умереть. А я уже призрак, Жека, живи на этом острове. Я просто тебя пожалел, что пытаюсь... Живи на этом острове, Жека, я пошел, я уже призрак, я не хочу больше жить. Знаешь что, Жека, перестраивай эту карту сам. Я умру, Жека, ой, колбан. Ребята, мой вам совет, пожалуйста, не ставьте лайки на вот этот видос, потому что мы не хотим записывать следующую серию, чтобы у нас опять мир поломался. Сколько у тебя, Жека, еще времени, мне интересно? Я сейчас 5 утра, мы начали записывать часов 5 назад, ну да, да. Ну, как видите, вся карта полетела раз в 6, поэтому, ребят, пожалейте нас, давайте мы лучше будем записывать обычный тролль, чем вот это. Это была плохая идея. Ставьте лайки, если вам реально понравилось, то возможно мы снимем еще пару серий, если да. Хотите. Да, что, если хотите, чтобы мы еще помочь. Ребята, большое спасибо за просмотр. Большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Жека пошел высыпаться. Да.